Эту работу комментировать особо не надо, потому что она называется простой очень фразой. Это внутреннее состояние группы подснежников за 45 секунд до пробуждения весны. Но если честно, с подснежником просыпается и гулявник бабий, и значит, шалфей ноздристый, и анютины глазки, и щечки Валентин Петровича. Здесь очень много разных растений, и все они как раз до весны пробуждаются. И на их фоне мы видим, собственно говоря, танец мушки дрозофилы. Но это в двух словах. Вот. Ничего не понял. Ну что ж... Извините, так конечно, конечно. Теперь, я думаю, все понятно. Смотрите, вот мушка дрозофила, а вот ее танец на фоне группы подснежников и их сотоварищей. Вот. Ну, это уж другое дело. Ну, так кто-то и оно. Угу.